Сайремлер белән куймак әзер. Әйдәгез ашарга. Это утро семья Конеевых начинает застолье. Мужчины пришли с праздничного намаза, окончена ураза. Муж, сыновья ходят в мечеть. В этот день обязательно они уходят в мечеть. Мы остаемся, и к ихнему приходу у нас всегда на столе обязательно блины, обязательно беляши. Ураза Байрам начинается с гаит намаза в Галеевской мечети Казани, тысячи верующих. Вместе с ними и Рустам Миниханов, муфтий, зачитывает поздравления президента России. И, конечно, важно, что к обычаям и традициям предков приобщается молодежь. Такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки. Желаю вам успехов и благополучие. Яблоку негде упасть, и у площади перед Кул-Шарифом традиционно сюда на Ураза-Байрам приходят не только жители, но и гости республики. В 6 утра проповедь начал имам, в 7 верующие встали на праздничный гаит-намаз. У самой большой мечети республики многообразие исламского мира. Взрослые и дети в головных уборах и белых одеяниях. Настроение тут очень хорошее, алхамдулилля, люди все рады, что мы уже отмечали, Рамазан уже закончил, алхамдулилля. В этой жизни самое основное – это вера. Если вы верите в себя и верите в Аллаха, то у вас в этой жизни все получится. После чтения намаза сейчас разойдемся по семьям. Будем встречать гостей, сами пойдем в гости. Сегодня верующие накрывают богатые столы, обязательно с оладьями. Трапеза с родными и близкими. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.